Всем привет! Приехал сегодня на переправу. В Житковище еду. Сейчас посмотрим, как переправляются люди. В том числе и мы. С того берега катер стоит. Я думаю, вы заметили. Пункт обогрева. Светофор. Ну, сейчас поплывем. Пошли. Ну что, мороза нема. Сейчас на ту сторону переплывать уже. О, там ледокол.
ходили в Тбилиси, да, я на ходили. Да, находил бы. На те годы вроде бы это было. Как у советской власти, до сих пор мы плавали наоборот. Она год назад, но сразу вот. О, бат, прикол. Здорово. Здорово, на нас, чего? Чего? Да пожила. Мишка, пошли. Пашка. Все едут. Ну, ну да, все. Да. Разъехать значит и всем, да. На нас глядя все. Ну, охренеть, блин. Ты дома? Ну. Добро, пошли. Военный. Поснимаем. А военные. Здесь стоят. Сейчас переехали мы на эту сторону. Глядим, что за катер таки военный. О, здоровый. Наверное, запасной стоит у нас. Прицепка на таких колесах высоких. Тоже пункт обогрева. Вагончик. Вон машина стоит грузовая. Топливом, видать, подвозят. Здесь море машин. Мы сейчас приехали на одной машине, кинули на той стороне. Сейчас пересядем вот на ту красненькую, на Ниссана. Поедем на Житковичи. Большинство народу так и поступает. Одна машина тут, другая там. Что? Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Удачи, до свидания.